Уважаемые коллеги, добрый день. Так получилось, что там мне выпала сегодня роль некого рефери на батле. Вот модное слово такое. На батле. Я бы сказал, схватка, поединок, может быть, даже и драка. Ну, мы посмотрим по ходу дела. Пойдет, да. Да, как пойдет. На самом деле, здесь представлены тяжеловесы. Это всегда самые зрелищные, типа Мухаммед Али и так далее. То есть в нашем корпоративном видео, да, вот Борис одел специальную бабочку. Хотя он должен быть, по идее, рефери, да, но он как бы больше похож. Но на самом деле я предлагаю вот устроить это вот такую между картиной мира. Так название, видите, картины мира, и Меркатор. Это тоже глобальные вещи. Люди представляют глобальные вещи в видео, в корпоративном, и у каждого, в принципе, есть свой взгляд на современные тренды. Поэтому давайте посмотрим, кто из них победит. Кстати, в конце я бы хотел провести голосование, на ваш взгляд, кто из них лучше. Поэтому давайте будем давать по 5 минут каждому. Сначала сценарий такой. 5 минут каждому разобрать по косточкам своего визави, а потом 5 минут каждому на свою защиту, а дальше там посмотрим. Пойдет так? Пойдет. Окей. Тогда поехали, я засекаю время. Первое слово я предоставляю Борису Мамлину, «Картина мира». Вперед, поехали. Значит, когда я узнал о Меркаторе? Микрофон, что вообще существует такая организация? Да, есть микрофон? Спасибо. Это был январь 2009 года, 1.1, слышно, да? Тогда мы впервые там узнали, что есть такой Нью-Йорк Film Festival, и что мы получили на нем медаль бронзовую. И мы были страшно горды собой, мы думали, что, о, ничего себе, мы сейчас тут лучше всех в России, у нас теперь есть медаль, больше ни у кого нет. Но потом я начал смотреть список еще, значит, победителей и увидел, что кто-то получил золотую медаль. И это какая-то компания «Меркатор», это в том году, в 2009-м, было 3 медали. И я думал, как же так может быть вообще? Неужели кто-то делает что-то лучше нас? И я начал смотреть эти фильмы, и поначалу я, конечно, очень расстроился, потому что думаю, ну как все красиво выглядит, все очень ярко, такая графика роскошная, все фантастически красиво. Но что-то начало закрадываться так, вы знаете, какой-то такой вот, какой-то холодок такой внутри пошел. Потому что мы выиграли эту медаль свою бронзовую в номинации «Корпоративное кино для внутреннего использования», когда мы сделали фильм для компании «Никомед Россия и СНГ». У них была большая проблема, они не могли заставить или как-то призвать своих медицинских представителей к тому, чтобы они посещали тренинги, которые направлены на повышение продаж. Знаете, да, как медицинские фармкомпании работают? Приходят, стучится в дверь человек, открывает и так далее. А что это за люди? Это люди, которые фактически изменили своему призванию. То есть вот медпредставители — это в основном бывшие доктора, ну, врачи. А врачей бывших, наверное, не бывает, потому что это призвание, это где-то выше тебя, это, может быть, с годами там, или с предки твои были там какие-то, бабушки и дедушки, и мамы и папы были докторами. Но тут ты вот этому призванию своему изменяешь, крылья эти свои отпиливаешь, и ты вынужден самое страшное наказание, мне кажется, нести в жизни, потому что ты вынужден ходить туда, откуда ты ушел. Понимаете, да? То есть ты все время, каждый день должен ходить в больницу и предлагать какие-то медикаменты людям и так далее и тому подобное. И на тебя смотрят все врачи вот так вот, ну, потому что ты, ну, предатель, как бы, да, вот этой всей истории интересов таких вот медицинских. Вот. И люди, значит, продажи падают, как бы дела идут ни шатка, ни валка. И они сделали систему тренингов вот такую вот, которая мотивирует людей, чтобы продавалось лучше там и так далее. А врачи сказали, мы не торгаши, мы не пойдем на эти тренинги. И к нам пришел Никомед и говорит, ребята, что надо, давайте сделаем фильм какой-нибудь хороший о том, что вот у нас хорошие тренинги. Говорит, давайте сделаем фильм не о том, какие хорошие тренинги, а о том, какое великое дело на самом деле продолжают делать медпредставители, но просто немножко в другом качестве. Потому что если на эту проблему посмотреть с другой стороны чуть-чуть, то у врача не всегда есть время
ознакомиться с какими-то инновациями медицинскими. Да, у врача не всегда есть время следить за новинками. А страдает от этого в конечном итоге пациент, конечно, тот самый. Да? И поэтому мы сделали фильм, где рассказали о том, что вы, медпредставители, на самом деле большие молодцы. Вы ходите, продолжаете заниматься спасением человеческих жизней, лечите людей, но в другой форме. Да? А тренинги – это штука, которая поможет вам делать вашу работу лучше. И мы показали последствия хорошего визита, когда пришел представитель и донес до врача то, что должен был донести, и плохого визита, ну, в кавычках, да, когда ничего не донес, человек заболел, планы нарушились и так далее. Вот. И в это как раз конференция, когда проходила, где показывали этот фильм, говорят, звонили из Сардинии, где была эта конференция, и говорили, что люди в зале плачут, потому что им никто никогда не говорил о том, какое важное дело они делают. Вот. И тут я смотрю, вот после этой, значит, вот этой вот истории, я смотрю фильмы «Меркатора». Они красивые, они роскошные, волшебные, то есть в них очень красивая графика, в них там, ну, мы так не умеем. Но я не увидел души, я не увидел эмоций, я не увидел вот этой вот вещи, которая трогает меня. То есть они такие, знаете, холодные, как, такие, как рекламные красавицы такие, вот, очень такие красивые, недоступные и холодные. Вот, собственно, что я хотел сказать при всем уважении. Есть еще 30 секунд. В принципе, холодность можно продолжить. Можно продолжить, на 30 секунд. И я время от времени посматриваю на эти работы, а они все такие же холодные. Андрей, ну на самом деле такое серьезное обвинение прозвучало в ваш адрес вообще в холодности. Да я сейчас вам расскажу, что такое горячие, жгучие фильмы в исполнении Бориса. На самом деле, так по-честному, ни один его фильм, он, наверное, будет вам показывать примеры в ответном слове, ни один его фильм невозможно смотреть дольше одной минуты. Почему? Смотрите, музыка такая фортепианная. Пэ-бэм, пэ-бэм, пэ-бэм. И дальше слова. Есть на свете место, где мечты сбываются. Это мечты а-та-та-та-та-та-та. А мечтать можно и об этом. И вот мечты там сбываются. Если мы посмотрим, то вот так вот. А мы посмотрим, то вот так вот. И такая вот идет, этот елей льется. И через какое-то время лично меня начинает подташнивать. Потому что конкретно, это я вам сейчас пересказываю. Так любой фильм, почти любой можно его посмотреть. Сейчас я посмотрел только что буквально фильм про... Господи, вылетело из головы название. Банк, Росбанк, Росбанк. То же самое, фортепианная музыка, чашка кофе, холоп, дверь BMW машины, кто-то куда-то поехал. С чего все начинается? По-разному все начинается. У кого-то начинается, и дальше люди начинают рассказывать, как они пришли в Росбанк. Но что они рассказывают? Я пришел в Росбанк тогда-то. Потом следующий нарезок. А я пришел тогда-то. А потом следующий. А я до Росбанка делал то же, что и в Росбанке. И 8 минут. Я все жду, ну когда же мне расскажут что-то конкретно? У него офигенный проект, да, которым он хвастается всегда. Город, где я. Блин, я допускаю, что если я житель этого несчастного города, и мне покажут вот эту вот фортепианную музыку, и расскажут, какой я классный, может, я заплачу. Но мне приехать в этот город неинтересно, потому что он сделал несколько этих фильмов, они все одинаковые. Ты можешь потом будешь возразить, но они все одинаковые. И наш принципиальный спор... Не в том, что у него эмоции ради эмоций, а у нас эмоции на содержании. И я потом вам покажу примеры. Эмоции можно в историях проявлять. Если мы рассказываем про то, как «Газпром» строит подводное это месторождение, у нас первым кадром пойдет водолаз, который только что вылез со 100-метровой глубины. И видно, и он рассказывает о том, что он сейчас там пережил, и как он работал, и какой он смесью дышал. И следующий кадр будет о том, как трудно там было работать, и как они устроили барокамеру и так далее. Я тоже вам надеюсь показать там, и так далее. И на самом деле наш с ним принципиальный спор не между холодностью и эмоцией, а между эмоциями, которые вызывают фортепианная музыка, какие-то кадры, какая-то хрень, елея, течение. У нас, прости, конечно, Боря, у нас есть такая статья на сайте, я даже не знаю, стоит ли мне озвучить название, называется «Корпоративный анонизм», простите меня. Это когда компания тащится сама от себя, вот сделав этот фильм. Прям так и называется? Да, так называется, дословно. Эту статью я давно написал, это мы еще не были знакомы, 2007 год. Это вот оно, это когда я сам себя хвалю всеми визуальными способами, и, может быть, даже я в какой-то момент заплачу, смотрев этот фильм. А у нас подход «другого заставь». Не из компании, другого заставь плакать.
расскажи историю, расскажи конкретную вещь, не абстрактную, не девочку утром, которая просыпается и варит кофе, и поэтому это трогательно, потому что это дети, и не девушку, которая идет в мини-юбке по городу Новосибирску, ах, как чудесно, город Новосибирск, это весна и девушки. Расскажи про жителей, что там у них происходит, и в этом найди нерв, в этом найди душу, и в этом найди слезу. Сколько у него еще времени? Ты заслушался? Еще полторы минуты, Андрей, можешь спокойно. А, не надо. Но на самом деле, да, первый раунд у нас завершился. Видите, да, полный, так сказать, раскардаш. Да, кто-то кого-то обвиняет в холодности, кто-то, наоборот, в излишней чувствительности. Поэтому предоставляю слово, конечно, для защиты. Ваши аргументы, Борис. Да, Андрей, наши фильмы невозможно понять за одну минуту, потому что они длятся не одну минуту. Потому что кино — это не одна минута. Кино — это цельное произведение, которое нужно смотреть, в которое нужно погружаться. Поэтому, собственно, фортепианная музыка, которая начинается, и какие-то, значит, картинки, ощущения, мы пытаемся передать в наших фильмах именно какое-то дыхание жизни. Ощущение того, что происходит вот здесь и сейчас, да, вот это вот, потому что наша жизнь, она состоит из маленьких-маленьких таких моментов. Вот дверь хлопнула в машине, когда ты вышел, вот кофе стоит на столе, вот ты вдохнул выхлопных газов прекрасного города какого-нибудь, да. И как мы поступаем с нашими фильмами, что мы пытаемся сказать и каким образом, почему Андрей не понимает, например, потому что он привык делать очень короткие произведения, где, значит, вот это 700 мегаватт, это 4000 килотонн, а это 285 километров, как бы, окей, все, до свидания, значит, закрыли тему. Вот, например, прекрасные люди, которые владеют большими-большими банками, да, там, или управляют этими банками, говорят буквально следующее. Вот последнее в феврале съемка фильма с товарищем Гуцериевым младшим, Шишхановым, президент Бинбанка, да. Вот есть конкретная проблема у Бинбанка. Ну, кризис грядет, да, в банковской отрасли. Нужно людям передать каким-то образом... настроить людей на то, чтобы они были готовы к изменениям, чтобы они менялись, чтобы они не боялись этих изменений, чтобы они двигались, чтобы они доверяли руководителю, потому что у любого руководителя есть большая задача направлять и вести за собой у лидера, да, людей. А как это делать с помощью цифр, не очень понятно. И вот буквально позволю себе процитировать Шишханова, который говорит, что невозможно заставить людей поверить в цифры. А мне нужно заставить или как-то нужно призвать людей поверить в руководителя, чтобы в меня поверили, чтобы за мной пошли. И поэтому вот просто сказать «верьте в меня» или «я молодец, вот смотрите, были такие цифры, стали такие», но это не работает. Для того, чтобы в тебя поверили, ты должен рассказать историю о том, как ты сам менялся, как ты сам что-то делал в своей жизни, как ты сам думал вот так, а теперь решил думать вот так. О чем и речь, да, почему наши фильмы длиннее выглядят, и почему в них там мало цифр и много эмоций. Вторая история, Даниил Сандлер, в свое время занимавший пост члена правления МДМ банка, говорил буквально следующее: да нам даже по большому счету не важно, с чем люди уходят с наших стратегических сессий, не столь важно, с чем они уходят с наших стратегических сессий, сколько... в каком настроении, в каком состоянии они уходят. И тут мы подходим к очень важной истории по поводу городов. Потому что, да, можно посмотреть на российские города и подумать, что они все одинаковые. Но на самом деле, делая фильмы о городах, мы стараемся найти в этих городах какие-то особенности и посмотреть на город как на личность. А сложную личность невозможно раскрыть за 2-3 минуты, показав 6-7 цифр. Что мне с того, что в Норильске было нарисовано очень красивая, значит, инфографика и так далее. Да грустный город Норильск. И никто не ответил мне в этом фильме на вопрос, как мне там жить в этом городе, да? То есть, если говорить о каких-то таких вещах. То, рассказывая о городе Новосибирске, например, в кино, мы нашли ему метафору, на которую мы все-все-все нанизали, на эту метафору. То есть, город Новосибирск начался с моста. И жизнь в этом городе похожа на жизнь на мосту. На мосту жить невозможно. Все несется, никто друг с другом не дружит. Привет-привет, обедаем сегодня. Нет, давай через 2 недели, все, пока.
Там на мосту невозможно как-то устроить долгую и интересную счастливую жизнь. Другое дело, 600 километров от города Новосибирска есть город Омск, который начался с крепости. Крепость во враждебном окружении. А крепость — это что такое? Стоять на месте, друг друга знать, всем значит, локтями держаться и выстаивать. Поэтому в городе Омске, в отличие от Новосибирска, принципиально другая жизнь. Там люди ходят друг к другу в гости, там люди дружат. И если ты едешь на машине из Новосибирска в Омск, тебе придет одна смс-ка от друзей из Новосибирска. Ну что, поехали? И 8 смс-ок от друзей из Омска. Ну как там дорога? Поосторожнее. Как вы продвигаетесь? А где вы уже сейчас? То есть принципиально другие люди. И нам очень интересно изучать, рассматривать и смотреть на вот эти вот маленькие-маленькие кусочки того, как из каких кусочков соткана вот эта сложная, многообразная какая-то конструкция. А она не из цифр состоит, она состоит из ощущений, из мгновений, из каких-то прочих и прочих вещей. Что касается фильма про водолаза. Это хорошее кино, бесспорно хорошее, интересное. Я с удовольствием его посмотрел с интересом, но... Как сказать, это не очень кино. Дынц уже? Дынц. Окей, хорошо. Это телевизионный репортаж. Да. Это телевизионный репортаж, хороший на телевизионном уровне, но кино нет. На самом деле, коллеги, участвующие в баттле, конечно, про кино можно рассказывать часами, но мне бы все-таки хотелось, кто-то у вас есть, какое-то видео, чтобы показать наглядно? Да. Сейчас вам покажем. Маленькая ремарка. Очень много про цифры. Ну да, мы делаем много инфографики. Но, блин, сейчас не об этом речь, а идет о кино. И я сейчас мы покажем. Я позволил себе пофантазировать, как бы этот фильм начал бы более. То есть вот как у нас он начнется, вы увидите через 30 секунд. А у него было бы так. Музыка, шторм, а потом что такое мужество, что такое преодоление препятствий. Понимаете разницу? Эмоции, они не в форме, они в сути, они в людях, в конкретных историях. История не в том, что друг другу смс-ки шлют, а в том, что смс-ка спасла там жизнь кому-то, понимаешь, или семья как бы родила. Вот в чем дело. Ну вот как бы посыл мой, я думаю, что мы минутку можем начать посмотреть. Давай, со звуком. Со звуком. А что со звуком? Теперь их жизнь в руках команды корабля «Кендрик». Давление в модуле поднялось до 10 атмосфер, а сами водолазы перестали дышать атмосферным воздухом. Ведь барокамера заполнена особой газовой смесью из кислорода и гелия. То есть полностью насыщение организма индифферентными газами. И водолазы могут работать. Это цифры, безусловно. Водолазы Дмитрий Федоров и Эльдар Кабиров сейчас полностью отрезаны от внешнего мира. 2 дня назад они загерметизировали шлюз и стали готовиться к погружению. Теперь их жизнь в руках команды корабля «Кендрик». Давление в модуле поднялось до 10 атмосфер, а сами водолазы перестали дышать атмосферным воздухом, ведь барокамера заполнена особой газовой смесью из кислорода и гелия. То есть полностью насыщение организма индифферентными газами. И водолазы могут работать по 6-7 часов под водой. Не так, как раньше, в советские времена, по полчаса работает водолаз на глубине 160 метров. А режим декомпрессии, сутки, выходит он чтобы в барокамере, чтобы привести его в атмосферное состояние. Раз, два, три, сад контроль. Принимайте слез. Команда будет выполнять работу на 100-метровой глубине. Здесь, на дне Охотского моря, находится уникальный технологический комплекс. Киренское газоконденсатное месторождение – первое в России, где все оборудование находится под водой. Думаю, достаточно. Там, Андрей, осталось ли время? Нет, еще 2 минуты. Ну, наверное, да, действительно, достаточно. Я лучше скажу пару слов. То есть, понимаете,
Какое дело? Там, конечно, много графики, и, конечно, да, но там нет вот этих общих слов формальных про мужество, про новые технологии, про уникальные там бла-бла-бла. Там есть конкретно, как работали люди. И дальше идет рассказ. И через это раскрывается вся мощь организации, которая это действительно сделала. Не через какие-то общие слова и не через метафоры. Ребят, метафоры существуют, чтобы объяснить некую идею. То есть Новосибирск — это мост. Окей, объясни мне теперь, в чем мост? Почему не... Конкретно в Новосибирске, что там, какой-то проходной двор, мигранты, китайцы, в чем мост? И этого, к сожалению, ну, мало. То есть моста много, метафор много, а сути мало. И поэтому получается артхаус, получается, да, ты говоришь, фильм, это кино, надо смотреть долго. А мне не хочется смотреть долго, мне скучно. Я, ну, то есть мне, наверное, было бы не скучно, если бы я был житель Новосибирска, мне приятно было бы. Но всем остальным, то есть, ну, может быть, для сотрудников про себя приятно, но для людей, для всех остальных скучно. Вот, мне кажется, суть конфликта и суть, вот, о чем делимся. Все, спасибо. На самом деле, предлагаю, чтобы Борис показал тоже. Да, сейчас посмотрим. У меня к тебе только одна просьба, Андрей. Пожалуйста, я тебя умоляю, если тебе нужна помощь, я готов тебе ее оказать. Замени, пожалуйста, вот этот звук. Птык-птык-птык-птык-птык-птык-птык-птык-птык, когда цифры появляются. Жалко, не было слышно. Я не знаю, ну вы почувствовали, да, музыка, плохой звук, но там... Вот это вот... Я не могу его слышать уже, я просто не... Ну это купите дело, совершенно. Мы взяли, там озвучивал Наботов. Давайте посмотрим фильм, наверное, знаете какой? Так, чтобы уже совсем тебя окончательно. «Гибкий лук». Это лауреат прошлогоднего фестиваля АКМР, второго форума. «Гибкий лук», да? Окей, спасибо. Вряд ли я забуду тот день, когда все должно было случиться. Сначала я увидел ее. Потом узнал номер. Она дышала в трубку и что-то говорила. Потом я услышал. Да. На 8. Ожидание и радовало, и резало, как бритва. Какой она будет сегодня? В чем придет? Я не мог поверить, что она...
эти вещи, которые раскидал в нем. Если бы я знал тогда. И думал, все могло бы произойти, будь я чуть-чуть живее, находчивее, чуть проворнее, чуть-чуть подвижнее. Легкость движения, когда она тебе действительно нужна. Новый натуральный бальзам для тела Уян Нуму. Гибкий лук. Я не знаю, с высокой концентрацией активных веществ. Премьера. А что касается долгих и каких-то вот этого корпоративного анонизма и прочего, да вы знаете, какая проблема? Я, Андрей, в отличие от тебя, очень давно уже поработал в новостях на телевидении. И когда я работал в новостях, мне не хотелось жить вообще в принципе, потому что каждый день прорвало, убило, оторвало, разрушилась и так далее. И для меня город Новосибирск, он не был родным, то есть я в принципе не стал, я там случайно там оказался. И я такой каждый вечер шел с работы, думаю, какой ужас, что, где мы живем, где мы работаем. Вот. А потом я оттуда, когда уже ушел из новостей, я вдруг смотрю, да нет, люди нормальные. Да нет, и город-то вроде ничего такой, как бы, ну, то есть, и все такое. И я понял, что у нас на самом деле такое давление на нас, на всех происходит из-за всех утюгов и чайников, что плохо, страшно, ужасно, тоскливо, бесперспективно и так далее. Что я для себя решил, что я больше не буду поддерживать это все сам. Я хочу сделать так, чтобы у людей, которые смотрят мои какие-то работы, мои фильмы и фильмы моей компании, формировался позитивный взгляд на мир. Пусть они живут в не самых лучших местах, но позитивный. Взять, например, город Хьюстон. Кто-нибудь был в США в городе Хьюстон? Вот. Не самый красивый, наверное, город, да, правда? В двадцатке самых грязных по воздуху, в сотне самых, или в двадцатке самых грязных в США городов по качеству питьевой воды, в сотне самых ужасных городов по качеству воздуха, час пик длился 19 часов однажды. А знаете, как они сами о себе говорят о своем городе? Город Магнолий, город в заливе, город Большого Сердца, это когда они помогли, оказали помощь этому самому, значит, Новому Орлеану после вот этой катастрофы. Люди наши, и не только наши, нуждаются в том, чтобы чем-то гордиться в своей жизни. Вот этим корпоративным анонизмом, компании, в которой они работают, которые они отдают самое тяжелое, самое важное, что у них есть. Не деньги, ничего прочего, они отдают время свое, свою жизнь, свои годы, свои дни и так далее. Поэтому моя задача сделать жизнь этих людей немножечко лучше, немножечко приятнее, и чтобы они пришли домой и показали, может быть, ребенку своему или маме своей фильм какой-нибудь о своей компании, сказали, вот смотри, где я работаю. Не цифры. Была прекрасная история, когда мы сделали фильм про логистический терминал, и акционер, владелец этого значит, произведения, мы с ним встретились через месяц, он говорит, я маму поехал с 8 марта поздравлять, и повез и показал ей фильм о логистическом терминале. Маме очень понравилось. Ну, и вот. Вот. На самом деле здесь такая идет уже оживленная дискуссия, мы не хронометрируем, то есть вопрос-ответ, защита, нападение,
Я думаю, что сейчас Борис произвел достаточно такой нокаутирующий удар, показав свое видео. В нокдаун, Андрей, он вас не отправил? Меня совершенно не отправил, я, честно говоря, с трудом смотрел. Мне случалось видеть и получше, и поинтереснее художественные фильмы. Поэтому, Борь, хочешь снимать художественное кино, снимай художественное кино. То есть то, что мы сейчас увидели, это длиннющий рекламный ролик. Если отрезать от него начало и дать в конце только вот это, был бы я поактивнее пользовался, это был бы хороший рекламный ролик. Мне случалось видеть и покруче, и покороче. Не представляю себе ситуацию, чтобы я, смотря в телевизоре или смотря в интернете, досмотрел бы это до конца. В зале, вот так вот заперев дверь, поставив Джимиру у входа, выключив свет, зарядив, мы все смотрим, думаем, да, девчонка симпатичная. То есть, как бы смотреть, наверное, на это, ну, было приятно, я не спорю. Но ёшкин нос. Это, во-первых, за деньги заказчика, во-вторых, это Боря оторвался, сделал красиво, и, в-третьих, я не представляю себе, что кто-то из потенциальной аудитории это досмотрел. Ну, в нормальных ситуациях, в нормальной. Будь то кинозал, телек или еще. Я не знаю, есть ли время. Ну, на самом деле, я все сказал, что хотел. У меня там есть, можно глянуть, удобную Москву, 3 минуты. Но если нет, так нет. Нет, давайте, можно... да, давайте, ну, в принципе, вы как бы ознакомились, да, два стиля, два подхода. Я хочу, чтобы вы вот... Хочешь, Андрей, одну минуту, да. Если остается, чтобы... Да, конечно, нет, время покажите есть. Там второй вариант, ну, буквально начало вы просто поймете. Да, это журналистика, но мне кажется, жизнь... В обе стороны одна из самых болезненных точек на дорожной карте города. Пересечение Профсоюзной улицы с улицы Теплый Стан и Новоясеневским проспектом. Житель Подмосковья Иван Иванов работает в столице и через это испытание проходит дважды в день. Вот те самые легендарные светофоры. Я не знаю, какое их количество, но значительно больше, чем 5. Получается так, что они друг друга тормозят, мы, соответственно, не можем проехать перекресток и перекрываем движение людям, которые едут в других направлениях. Здесь постоянно коллапс. Вот такая история здесь каждый раз, и причем не только утром, вечером и днем. Вот сейчас 13:49, невозможно проехать, потому что светофоры, которые находятся здесь, они не подчиняются никакой логике. Ну скажи, фигня, да? Вообще невозможно ездить. Катастрофа. Разгрузить проблемный участок просили у городских властей и местные жители. 7 светофоров, автобусный парк, обслуживающий 40 междугородних рейсов, 10 крупных торговых центров, станция метрополитена. Большой затор в этом районе – часть повседневной жизни. Но уже этим летом картина может измениться радикально. После того, как эстакада вступит в строй в полном объеме, 7 светофоров уйдут. Будет работать 2 наземных и 2 подземных пешеходных перехода. Поэтому общая ситуация, конечно, здесь значительно улучшится. Объект, он организационно очень трудный, потому что сама развязка предполагается и строится прямо посередине проезжей части Профсоюзной улицы. Вот он, самый главный элемент будущей развязки, так называемая эстакада прямого хода. 574 метра без единого светофора, 3 полосы в каждом направлении. Для ее возведения инженерным службам пришлось перенести десятки километров коммуникаций, газа и водопроводных сетей. Ну, на самом деле, отдельные полосы, если кто живет в теплом стане, вам, наверное, все близко и интересно, можно посмотреть. Просто мне бы хотелось перед тем, как, значит, мы окончательно там умолкнем и уже слава за вами будет, вот подумайте, вот реально, вот вы бы, как заказчики, за что бы готовы отдать деньги, чтобы понравилось там вашей маме, что, наверное, важно, я не спорю. Или все-таки, чтобы, ну, нормально решать какие-то задачи и общаться с людьми честно, не заставлять их там 4 минуты смотреть какую-то элегию ради того, что в конце «помажь спинку» появлялся этот крем. Мне очень понравилось, на самом деле, формат. Андрей, позвони. Не, на самом деле, бойцы вели себя, так сказать, достойно, и аргументация, на мой взгляд, была с одной стороны и с другой, но, как вы понимаете, это разные направления, разное кино, и другое направление имеет право на жизнь, да, вопрос воплощения, то есть как мы это делаем, да, в чем креатив, самое главное креатив, вот я например, абсолютно согласен, там можно снять там много графики и так далее, но самое главное идея. Идея это первично. Поэтому, но все-таки, поскольку был поединок, мы должны выявить победителя. Давайте посчитаем, кто сейчас поднимает руки, те, кто голосует за Бориса Мамлина, за его концепцию. За Бориса. Раз, два, три, четыре. Три.
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Теперь голосуют те, кто за Андрея. Оба-на. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, пятнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. И я хочу сказать, что в этом поединке с небольшим преимуществом побеждает Андрей Скворцов и его видение кино, видение Андрея поздравляю.